Всех приветствую. Еще раз вот решил закрывать уже улей. Хотел доску отодвинуть, рамка еще одна сюда не умещается. А тут у нас за перегородкой совсем бог что творится. Бачите, какие языки? И куча-куча пчел их дымом позгонял. Надо, короче, срезать все дело это. Я даже и не думал, с этой стороны это получается восточная сторона, в ту сторону у нас. С восточной стороны совсем налепили тьмищу целую. Я еще одну им черную рамку поставлю. Это уже вот после тут расплод, вот две покрывающие, еще третью такую черную поставлю. А потом уже залезу через сколько дней, завтра может даже поспешу. Сделаю рамок навощу и остальное вощиной добью. Хай работает. Пчел тут тьмище, короче. Не знаю, их сгонять буду дымом аккуратно. То, что сюда могла матка сойти, когда я дымел, в эту темноту сховаться. Сейчас она побежит обратно в гнездо. Там места хватает сейчас у нас в гнезде. Пчелы. Это получается, что у нас за пчелы. Типа бахвоста куплял, но это не бахвоста, они уже помешанные с нашими. Да и там матки такие были странные. Видно, чуть-чуть дыма, они уже бегают. Видно, улей пошли толпой. На камеру не знаю, видно, не видно, но вон снизу толпень побегла, улей вся под доской. Эти языки, конечно, все надо забрать. Будет что пожевать вечером. Аккуратно дымом загоняю пчел, чтобы не подавить. Трусить да что не буду, тихенько дымом подгоняю их. Они сойдут сейчас в основное гнездо. Ну и эта пчела будет там. Работы хватает сейчас почистить рамки все. Да. Рамки видные были, что с медом посахарившимся поставить, чтобы не пропадали. То работы им море будет. Ну и микроклимат, конечно. Такое количество пчелы поддерживать лучше будет. На улице сейчас у нас уже около 30 градусов тепла. Что-то эта рамка немного сходится. Косоватые рамки без разделителей у меня гофмановских, то не всегда все хорошо получается. Бляха, конечно, момент выбрал я. Прополис на этих. Прополис поналипший, так рамка неровно стоит в один бок. Было надо почистить. Ладно, так вот перестаю, то там не касаются планки нижние рамок. Без дыма не хочешь сходить, надо дымить. Ну, матка, думаю, уже, наверное, в гнездо пошла. Языки тут конкретные, а сейчас так с доской и вытяну их. Только пчелу сгоню всю, чтобы не было улей. Это... Тут отрегулировал уже. Чтобы не дымить, да поду, они позбегали все. Чуть пальцем пчелу не задавил. Так. Гнездо хочу прикрыть. То есть все равно сильно долго открытое было уже. Уже полчаса прошло, как я тут снимаю. Да, работаю. Ну все, гнездо я закрыл основное. Оно туда сдвинутое, надо сдвинуть будет. Летки сразу. Ага, прилепили. Это стамеска. Сдвину. На летках отверстие тоже. К той стороне, чтобы была вентиляция на расплод хорошая. Какие-то с зеленой обножкой пчелы летят. Так. Прикрыл. Ну, леток немного меньше сделаю. То, что было 6 рамок, я разбил гнездо уже.
больше 10 будет. Так, и вот этот крайний верхний у меня на 25 я сделал отверстие. Были у меня раньше, делал меньше отверстия на 12, то зимой инеем сильно замерзают. А на 25, какие бы мороза ни были, отверстия остаются нормальные в литке. Это я потом еще закрою верхнего на ночь одного. Ну что у нас тут, уже пчелы посбегали почти все. На низу еще там сидят. Сейчас их погонять попытаемся. Давайте, быстрее освобождайте пространство. Да. Я, наверное, перегородки этой ставить не буду. А может, оставлю. Ладно. Доставать не буду, сдвину ее просто. Поставлю рамку. А потом уже я хвощины добавлю. Тогда полностью заберу ее. Ну, конечно, соты налепили конкретно. Я пчел редко когда обтрушиваю, все время дымом сгоняю. Хоть и дымится им, но все равно это лучше, чем колотить их до гребти, как люди этим гребут. С метками, щетками, то половину пчелы приминается крылья. Крылья, лапки травмируются, а так дымом сбегли и все. Видно, матка поработала тут. Сверху расплодан трутовый кусочек. О, бляха, мед потек вниз. Ладно, все, что улей потече, занесусь обратно в гнездо. Так. Снимаем языки. Я, конечно, не ожидал, что тут такое будет. Взял бы тарелку поболее. Попросторнейшую и глубокую. Ой, бляха, под потолок, конечно, капать не надо. Наносили меда. Десоты жевать будем. Воск белый, свежий, натуральный. Без примеси вощины. Тоже отдельно его положим. Ну, сколько вышло. Интересно было в лесу колоду, конечно, поставить. Но все, руки не доходят. Дома не успеваю все делать. Во дворе там ремонты, дрывотники подстраиваем. То особо некогда. Даже на рыбу некогда съездить. Хотел сегодня поехать, да так и не поехал. Думал, может, раи какие-нибудь. Видно. Ай, задавил пчелу стамеской. Они посели на низу, мед едят. Даже одну задавил, эта старая. Была мертвая на соте. Задавил пчелу. О, еще одну задавил. Не видно, в ячейках сидели. Такие соты вот за перегородкой. Да и немало. Я с этой стороны не подумал, что столько будет. Мы только на той налепили. А, с двух сторон. Так, там пчела еще, трутень ходит. Ну, трутень это трутень. Хотя тоже живы. Я не думал, что у них уже столько тут рабочей пчелы молодой. Вывелась. Видно, трутовые этой личинки лежат. Тут матка ходила, значит. Это. Не думал, что у них уже столько тут рабочей пчелы молодой. За месяц вывелась. То, что была в основном старая в раю. Этом безматочной семье. Старая была. Пчела уже. А я матку кинул буквально. Ну, месяц. Когда они роились? Уже у нас июнь. Май. В мае где-то рой вышел. А сейчас июнь, где-то месяц прошел всего лишь. Это за месяц 6 рамок плотных расплода положила матка плодная. И уже молодая пчела так работать начала. Сейчас гоним снизу, а то
порежу пчелу еще тамеской. Заганю ее там, досрежу снизу эти языки. Добавлю еще им одну рамку. А потом завтра ващинки. А можно не добавлять, да ващиной добить уже потом. Ладно. Для работы я им наставлю. Хай работает. Добавлять. Буду, не буду. Сам колеблюсь сейчас, посчитаем. Если еще одну добавить рамку, то у нас здесь получится... Так, одна, две, три, четыре ващины будет всего лишь. Четыре ващинки станет. Ладно, добавлять значит не буду. Пойду ващины навощу и поставлю. Завтра поставлю то, что... И так я им весь климат тут позбивал сегодня. О, такая вот гора сота вышла. Сантиметров, наверное. Вот стамеска советская старая. Выше стамески получается. Сантиметров 30 горка. Сейчас я доску аккуратненько пододвину, еще тут почищу еще. И будем закрывать на этом. Так уже тут 40 минут копаюсь в этом уле. Ну, может, чтоб видео не снимал, так быстро бы сделал это дело. Так, одна рука свободна, одна занята. На улице тепло, думаю, ничего пчелам не станет. Раз плод тоже не перегреется. Нормально. Так. Уже там пчелы хватает в улье. Они сейчас держат температуру положенную, думаю. Хотел сегодня делать плитку тротуарную. Уже вибростол подготовил. Сейчас стотник поставлю на него. Еще надо в одну семейку залезть, глянуть там, чтобы рой не вышел. То, что подозрение, что утекли уже. В этом году утек один рой, первачок у меня. Так, пододвигаем. Главное, пчел не подавить, на стамеску садятся. И вверх. Все. На сегодня я буду закрывать это гнездо. Пойдем, если ващины делать. Или вечером сяду, ващину сделаю, если на рыбалку не поеду. Ладно. Такая вот ерунда. Месяц прошел, как матку кинул, они уже столько всего налепили, настроили тут. Развелось пчелку, все, слава богу. Все нормально, хай же будет. Поставлю ващину завтра. И через сколько дней надставку. Даже мой и надставку завтра поставлю. Что завтра, то что будет гнездо мед носить. А еще рапс не доцвел у нас, рапс доцвета. То опять же в гнезде мед рапсовый будет. А в гнезде рапсовый мед нам не надо. То, что бачили, какие рамки я ставил им. Это с осени был рапсовый мед, я откатал, что мог, откатал их. И в сотах поставался он белый. На этом я заканчиваю. Вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, до свидания.